Сенсея бьюти-терапия. И ощутите эффект спа в своей ванной. Новые гель-бальзамы бьюти-терапия с комплексом натуральных ингредиентов, минералов и масел, которые увлажняют кожу 24 часа. Для пяти Марсея попробуйте всю коллекцию спа-процедур. Если вдруг диарея или крутит живот, фильтром на помощь срочно идет. Секрет моей привлекательности – новый Ранель Супрем. Почувствуйте, как вас окутывает изысканный француз, приятной мягкостью и стойким ароматом вашей одежды. Новый Вернель Супрем создан французскими парфюмерами. Вернель – аромат, в который хочется влюбиться. Раньше я была малюткой, а до этого мама была малюткой, и даже бабушка была малюткой. А теперь это ты, и поэтому все тебе, и наш любимый Мишка. И мамины объятия, и 40 лет заботы о наших малышах, и современная формула «Малютка 3» с нутрикомплексом. Все лучшее нашим малюткам. С уникальными листами для жарки от Маги филе курочки получается таким нежным и отлично подходит для домашнего салата «Цезарь». Маги на второе для нежного филе куриной грудки. Так, я готова. Что это? Цифровой тест Clear Blue Digital с индикатором срока в неделю четко отображает результат словами. Точность свыше 99%. Четкость в самый важный момент. Готово! Я создал всемогущую машину чистоты и свежести 2 в 1. Впечатляет. А с Бреф есть способ легче. Бреф Сил Актив. На 40% больше свежести. Для сияющей чистоты и приятного аромата. Бреф номер один по продажам в России. Новинка от лидера. Чистящий гель для туалета Бреф. Для сияющей чистоты и невероятно свежего аромата. Жаль, я это изобрел. Новый чистящий гель Бреф. У Сулеймана осталось только два сына. Одному достанется трон, а другому черный кафтан. И тот, кому будет приказано его надеть, тот же должен быть казнен. 4 серии. Ты не знаешь, зачем повелитель собрал нас? Нет, мне не сказали. А вот я знаю. Великолепный век. В эти выходные в 19:00 на домашнем. Ну что, Настя? Будем ждать до ночи. А с ментом что? Хорошо, у тебя есть там голодовка или типа того? Я покажу, пойдем. Пошли. Сюда. Олег. Еще раз заикнешься про аборт. Убью. Я думала, тебя убийства не смущают. Ты же мой ребенок. Ты понимаешь, что я делаю это все ради нас? Я не хочу все сломать из-за одной ошибки. Какой ошибки? Вот это ошибка. У меня мертвец на совести до конца дней висеть будет. Или так, или тюрьма. Пожалуйста, давай просто мы уедем. Может, он правду говорит, может, он не заявит на нас. Да хватит толкаться уже. Заткнись мне! У меня имя есть. И вообще я воды хочу. Я сейчас напью.